А что-то случилось? Операция нетрезвый водитель. Ой, как разберись, я хоть первый раз в жизни пришел. Документы, водительское удостоверение и... Что бы вы сказали тем людям, которые садятся за руль пьяными? Надо я сажать сразу же, надо людей. Сажать сразу абсолютно. Без разговоров и не знаю, ну... Сжечь на костре. Сжечь на костре. Это ДПС, младший лейтенант полиции Петровска. Проводится профилактическое мероприятие, нет ли водителя. Где? В магазине. Да в каком? Серьезно? Да хорош, ты мне хоть не прикалывай, а? Ай! Они стоят как минимум 1007. Добрый вечер. Инспектор Глафосов, документы, пожалуйста. Специальное профилактическое мероприятие проводится нетрезвый водитель. Паркуюсь у дома, в котором на сегодняшний день живу. Меня остановила патрульная машина. Я вышла из машины. Мне предъявили претензию. Здравствуйте, инспектор Юрин. Профилактическое мероприятие нетрезвый водитель. 421, пожалуйста. Не знаю, вы спиртное употребляли? Почему за рулем тогда? Да, проводится практически мероприятие не производитель. А вот я не требую. Да. Так, инспектор ДПС, старший сотрудников. Очень хорошо подробно я тоже на больнице отзывы. Ну, не будьте добры, ваше. Проводится профилактическое мероприятие по времени трех водителей. Вечер. Инспектор дорожной службы лейтенант Полисменко. Профилактическое мероприятие нетрезвый водитель. Предъявите, пожалуйста, документы. Дым, достаточно. 0,561 миллиграмм на литр. А вот эти спецоператоры, операторы, которые в шкафах, употреблялись уже, да? Вчера. Проводите практическими операциями при водителе, если вас интересует причина смерти. Да, это так пресса купленная вся. То, что надо, они вырежут, не махайте на них руками. Да. И он у меня права забрал и забрал документы на машину, и мне их не вернул. Снимаете? Я снимаю. Снимаете. Да. Записывайте, он забрал у меня документы на машину, он изъял у меня права и мне их не вернул. И паспорт. Это было через суд доказано. То, что я вам объясняла, если вы соглашаетесь пройти медицинское свидетельство, делаете запись о том, что пишете согласен. Если вы не хотите, пишите отказываюсь. Вот здесь вот. Согласен. Пока не хочу, сейчас закроем. Вадим, ваша жизнь. Да я пройду, чтоб на основании чего. Просто я как гражданин Российской Федерации, блин, ну прошу, докажите мою вину. Просто я не понимаю, за что, к чему, к чего. Пол Кингиси походит пьяными, и что дальше? Никого на свете не ведут, меня одного привели. Смысл? Какие у тебя туфли красивые. Красивые, да? Обалдеть. Красиво. Но это явно не форменные. Да. Это не милиции выдают такие штуки, да? Ну да. Да, они стоят нормально. Да а на что купили? 800 рублей стоит. Где? В магазине. Да в каком? Серьезно как? Да хорош, ты меня хоть не прикалывай, а? Они стоят как минимум 1007. 1007. Где ты себе купил 7000 туфли? Хоп, который зарабатывает 5
Нормально, Кингисеппа, который гоняет пьяный, это нормально? Нормально. Да, я так понимаю. А то, что мы здесь прошли мимо и нас задержали, это вообще хорошо. А, да, это. Так пресса купленная вся. То, что надо, они вырежут, не махают на них руками. Вы можете сказать все, что угодно. Да и все, что угодно, они вырежут и ничего детям не покажут. Пожалуйста. То, что здесь в Кингисеппе все продано. Что у нас в Кингисеппе? Этот сраный круг 4 года подряд делают. Документы свидетельства не согласны? Нет. Ты бы еще документы свидетельства не согласны? Хорошо. Ну его пройдем. Оттягиваете, нужно в нее дуть, а не в себя втягивать. Как я выдуваю, ну? Вы не выдуваете. Да что? Если выпустить пока воздух, он перезагрузится. Покажешь потом... без моего согрешения чего-нибудь, засужу. Ваш телеканал, серьезно. Без моего разрешения, серьезно. Нормально? Сейчас. Нормально? Нормально. Он два коротких сдал. Как? На 81. Не, ну вот я имею в виду по анализу. По анализам я ставлю степень опьянения, а не количество. Ну и как? Средней степени считается. Это вам лично. Ну, уж спасибо. Пожалуйста. Всего доброго, удачи. Да и вам не болеть, доктор. Спасибо. А мнение есть, можно пьяному ездить или нет? Чего? Можно пьяному за рулем ездить или нет? Нет. То есть как бы вы против этого? Да. Но я и не ездил пьяным. Сидел рядом человек, который сейчас в машине здесь находится. Просто мы с этим сотрудником уже сталкивались. Вот и все. Вот весь расклад. Ну, бывает, ничего страшного. Ну, город-то маленький. Ничего такого. Я зла ни на кого не держу. Это их, как сказать, работа. Кто-то должен это делать. Правильно ведь? А так вообще есть водительское удостоверение? Нет, я решен. Лишены? Да, и был решен года два назад. И так еще и не получал водительское удостоверение. За что лишь? Хотя уже мог. За алкогольное опьянение. Да. То есть в этом, да, в плане того, что меня решали, когда я был виноват, но единственное, не взяли анализы на алкогольное опьянение этого человека. Рублей, то что страховой полис. Да, в следующий месяц оплачу. Да, Миш, ну не парься, я уже все, я все знаю, мне не первый раз за страховку убегаю штраф. Да, ты что, 12 тысяч зла? Злостный, да, по страховке вообще. Проводится мероприятие по уровню интереса водителей. Статья 21.24 закона Российской Федерации. Он может снимать там, где он считает нужным.
Здравствуйте. Да что вас задержали? Вы знаете, вообще вот ехала по мосту. Угу. Паркуюсь у дома, в котором на сегодняшний день живу. Меня остановила патрульная машина. Угу. Я вышла из машины. Мне предъявили претензию. Как будто бы. Угу. Данная госпожа находится в состоянии алкогольного опьянения. Я не против пройти медицинское свидетельство. Да, я выпила 2 бокала вина красного. И думаете, не покажет? Вы знаете, мне все равно. Правда. Покажет, замечательно, останусь без водительского удостоверения. Ваш конец я трогать не буду. Вы мой конец. Трубочки, трубочки. Да. Я бы это готовлю. Здесь надо дуть непрерывно туда. Обхватывайте туда, непрерывно выдыхаете. Пожалуйста. Туда. Все, ждем. 0,720 миллиграмм на литр. Ну, да. Это не 2 бокала. 4 раза превышает допустимую норму. 0,16? Для всех по-разному влияет. В важном случае это превышает норму 4 раза. Согласна, надо было пойти пешком, конечно. Да. Нет, я отстраняюсь от вождения. От управления транспортным средством. Замечательно. Здесь мои данные, ваши данные, время, причина отстранения, наличие признаков опьянения. Вместо понятых у нас проводилась видеозапись, но она еще отправлена. Замечательно. Так, значит, следующее. Вот эта бумажка называется «Акт о свидетельствовании состояния алкогольного опьянения». Замечательно. Опять же, мои данные, ваши данные, показания прибора. Вот они, чек, один чек останется у вас. Здесь самое у нас основное, подождите, не расписывайтесь. Вот здесь, с результатами о свидетельствовании состояния алкогольного опьянения. У нас установлено состояние алкогольного опьянения. Если это показывает наш тест. Да. Замечательно. Если это показывает наш тест, мы должны это указать. Нет, а если указано, вот. Очень хорошо, этого мало. Я мало согласна. Это с приемлемым. Это не важно. Я согласна вот здесь, я бы расписалась. Хорошо. Согласна, все, вопросов все. Нет. Да? Один будет. Можете сходить. Вам понятно, спасибо. Да? Конечно. Давайте я распишусь, где нужно. Вот. Вот эта роспись, то что 7-10 вам нужно явиться в город Иваново, 40-й участок. Мировая судья почта будет рассматривать данные административные дела. Вот эта роспись, то что я им довел ваши права, да. Вы очень хорошо довели мне мои права. Да? Да. Спасибо вам огромное. Лица, вот объяснение, если будете писать, напишите. Если не будете писать, то здесь написано, что вы управляли автомашиной в состоянии опьянения. В ваших действиях не содержится уголовного наказуемого деяния. То есть, словом, ознакомлены расписаться, как вы? Знакомлены, согласна. Согласна, написано, согласна. Да. Спасибо. Хорошо? Употребляли? А почему за рулем такой? Так получилось. Я поэтому не убегаю. Я сразу остановился. На машинку документы. Вы тут человек? Да. Да я не убегаю, что, ну, как бы. Никто же не спорит, уважаемый. Да я все понимаю. Кого развернуться и поехал. Да, да. Привет! Привет! Да. 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 Это ДБС, это же сотрудников. Здравствуйте. Сейчас посмотрим.
Ключ зажигания поворачиваем. Выходите. Откуда ехали-то? Да вот, из Анатолия ездили. А откуда? Откуда? Свистина. Не надо снимать. Это пресс не зависит. А можно... Она может снимать. Давайте будем выполнять требования сотрудника полиции, чтобы потом не было непонятно. И знаете, если вы не будете слушать, я вас просто убью телефон. Согласно закону. Все, там хорошо. Еще одна камера работает, потому что все снимается везде. Захватываете мундштук и выдыхаете туда. Вы будете дуть прибор? Да. Дуйте это. Сильно туда дуйте. Ноль 889 миллиграмм на литр. Но мы это сейчас распечатаем все. Где вообще ДТП произошло? А? Где ДТП произошло? Не знаю. А вы на какой машинке были? Вы на какой машинке были? Десятой. Вот и прибежал. Был на даче. Я как раз пришел, второй раз пришел. Ваши же будут сделать. В той стороне где? Ну, в деревне или где? На трассе? Нет, к трассе. К трассе или на самой трассе? К трассе где-то там. Сильно далеко отсюда? На трассе где-то. Где-то на трассе. Я не имею значения вообще. А там люди еще остались? Все втроем нет у нас машины. Походу нет. Если они все втроем сюда пришли. А они вместе с женщиной пришли или порознь? Нет, мне с женщиной пришел там мужчина второй. Там мужчина и женщина. То есть это третий пострадавший. Он даже, по-моему, не пострадал, он ее привел. Нет, может. А у женщины сильные травмы, да? Ну да, нет. Она что-то голова там, рукам словно лангет куда-то наложили. Ну вы пешком от машины пришли сюда? По времени сколько шли? Блин, я не знаю, я их сюда тащил, чтобы медицинская помощь помогла. Тот мужчина сказал, что вот этот за рулем был, когда он пришел сюда, я еще раз спросила, кто за рулем? Вот этот парень молодой, он сказал. Вот мужчина, которого скоро отвезла? Да. Он сказал, что этот парень, этот Ваня был за рулем. Да, он сказал, вот так, за рулем. Я говорю, откуда? Он говорит, мы со стороны Ленинграда. Ну ты же сказал, что мы ехали в десятки, и ты их сюда привел после аварии. Постарайся вспомнить. Двое. Мужчина и женщина или нет? Ну, да. Я сейчас пойду в баню. Хочешь, пойдем со мной. Также и вам задать тоже вопрос. Что вообще произошло? Произошло ДТП. С пострадавшими? С пострадавшими, да. А сколько это было? 4 часа. Нет, почти в 5. Ближе к 5. Вот и расстояние района.
Куда? Здравствуйте. Здравствуйте. Куда? Туман не видно. У которого, по-моему, имеются признаки алкогольного опьянения. Ну, с его слов, он вчера немножко выпил виски, и, возможно, запах есть. Соответственно, мной составлен протокол о состоянии управления. И сейчас Юрий согласен пройти на месте. 18. Дуем. Да, хорошо. 0,561 миллиграмм на литр. Так, то, что пока ты отстранен, передав вам транспортное средство. Пока вот этот вот водитель не подрезвеет, ему машину не дает. Лучше пьяным за руль не садиться. Это опасно и для их жизни, для жизни водителя. Это самое главное для жизни пешехода. Если выпил, то для этого есть такси или другие средства передвижения. Не садиться за руль пьяным. Проводится профилактическое мероприятие, не трезвый водитель. Кто-то должен это делать. Правильно?